В Могилеве представили около 30 научных разработок в рамках проекта Республиканского союза молодежи «100 идей для Беларуси». Среди ноу-хау – энергосберегающая газонокосилка, электронная кормушка для домашней птицы, интерактивная игра для детей, обучающая белорусскому языку. На выставке присутствовали не только юные изобретатели, но и представители предприятий и организаций Могилева. За время существования проекта многие идеи уже нашли свое практическое применение в промышленности, медицине и других отраслях. Это изобретатели, это и рационализаторы, то, чем, к сожалению, сегодня наша молодежь неохотно занимается. Хотя мы все понимаем, что если сегодня не будут школьники, учащиеся СУЗов, ТУЗов, вузов, не генерировать такие идеи, не изобретать, не производить полезные модели, то через несколько десятков лет мы сможем столкнуться с отсутствием ученой элиты и, естественно, научной интеллигенции. На сегодня в копилке проекта «100 идей для Беларуси» более 6 тысяч заявок с инновациями в образовании, охране здоровья, спорте и экономике. Причем многие из них уже реализованы на региональном и республиканском уровне.